Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня я прочитала книгу, которая называется «Личное дело Мэри Чо. Личное дело». Очень мне эта книга понравилась. Вот, я записываюсь, а вот аренда, что интересует, он придет из колледжа работать в магазине. Выкнул по своих долгах. Рядом смотрит мировая звезда с мирового детства. И подписчиков хотел того занести целый континент. Она международная икона. То есть это книга о том, как она набирала подписчиков, чтобы ей все стали желать, чтобы она была главным блогером, которая была. И поэтому она тут написывает. Вот. И она, ну, как бы, находится в своих самих сетях. Вот. Очень это прям фигурно, она прям вот. Это она вот у нее почитается. Вот. Эта книга вообще абсолютная книга. Эта книга замечательная. Вот, так сказать, хочу сказать об этой книге. Вот, так что такие дела. Вот. Ну, я читала ее большим упоением. Читала я ее с большим с перерывами. 4 дня почитала книгу туда. Ну, такие книги не буду читать за 4 дня. Есть книги, которые читаю со мной 5 дней, а бывает и 8 дней. Вот, 14 будет ровно месяц, как я прочитала, и за месяц, получается, я прочитала 1, 2, 3, 4, ну да, где-то 4 книги, может, за месяц. Вот. Ой, вот такие дела. Представляете, мне батарейка стала, она у меня, короче, разрядилась на 33, и она мне стала заряжаться. Вот. Вот такая вот книга. Вот мне она, видите. Вот, кстати, хочу вам сказать такой случай. Это я вот об этой книге. Вот я и увидела книгу. Прям сразу увидела книгу. Ага, надо взять. Взяла, кстати, я прям сразу почувствовала, что надо обязательно читать ее. Вот эта книга, она мне очень понравилась. Вот. Такая вот книга. Очень-очень интересная. Она чем-то позитивная. Вот. До завтра получает 5-ю книгу. Вот, тоже интересно. Ну, я как бы время выкраиваю, чтобы не почитать, потому что я и высылаю, и пишу, и читаю, и готовлю. Ой, сегодня вообще было. Поэтому я вот стала. Вот, кстати, сегодня будет голос, дети сегодня будут. Вот, книга будет вообще прям замечательно. Вот, я просто разгадываю весь книгу, сразу беру ее. Вот, так вот такие дела. Вот, видите, какая замечательная книга. Он сагает ко мне, чтобы огняться, и укладывает руками. Я не хочу ее отпускать. Да, интересная книга, очень замечательная. Ладно, всем пока, всем до свидания, до завтра. То есть, ну, там еще посмотрим. Вот, пока. До свидания.